Всем привет, друзья, с вами Федя, и добро пожаловать на мой 87-й выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня меня разбудили, я встал, помылся, позавтракал и пошел в школу. Вот. Сегодня на... На астрономии мы делали там небольшую проверочную работу, за которую нам оценку не поставили, нам там просто проверяли тестик, за который оценку не ставится. Мы делали задание и проверяли. Вот. Ну, в общем-то, как-то так. Вот на ИЗО я там дорисовывал фон и все остальные тоже. Вот, и когда я показал рисунок учительнице, то она сказала, что нужно те самые тень штанов сделать и все такое. Ну, человек, вернее. Вот. На истории мы повторяли вопросы, повторяли тему, что на следующий вторник у нас проверочная работа. Вот. Надеюсь, опять на тройку напишу. Вот. На русском там писали и разбирали. Еще диктант писали. Вот. И на математике мы вместо классной работы там три девочки проводили урок. И нам дали одну игру, которую нужно делиться на две команды. И это связано с математикой. Ну, то есть... Как вам сказать? Нужно было нам переходить к разным этим примерам, к дробям и всем прочим. Решать их, и если правильно решили, то нам балл ставится. Если нет, то нет балла. Вот, я тройку получил по самостоятельной работе. И да, вчера была самостоятельная работа, по которой я вам не сказал. Забыл сказать. Вот. И после этого я пошел в школу. Когда я собирался выйти, дебильный этот Рустам загородил мне дорогу. Но я прошел Рустама. Дебиленок. Хочет проблем всегда. Вот. И потом я пошел домой. Пришел домой и собирался пообедать. Но позвонил папа по каким-то причинам на домашний телефон и сказал, чтобы я не обедал, то что они придут и покормят меня. Вот. И пришли, дали мне супа. Я, кстати, уже супы начал есть. Ну да. Чушь. Вот. Ой. Вот. И когда мы обедали, Вика там говорила, что она хочет создавать видеоигры. Но я сказал ей, нет, я не позволю тебе. Вот. Я еще сказал,
Я не буду играть в твои игры в App Store. Ни за что. Конечно, наверняка у нее игры там хреновые будут. Ну, например, там... Я мог бы создать очень хорошую игру. А она... Побегал, собрал монетку, все, конец игры. Нет. Правильно, что я не позволяю. И тут она начала такого говорить, что я ж мешался в это. Она говорила, что там восстанавливаешь здоровье. Ну, то есть, например, помидор тебе дают там 8 хп, а мясо дает 10. Вот, и началось вот это вот. И понеслась коза по рельсам. Началась эта тупость. Говорит, что игры, видеоигры тебя обучают. Но я думал совсем по-другому. Говорил, что нет, так не может быть. Сердечки собираешь, восстанавливаешь здоровье. А едой невозможно. Пишите в комментариях, кто так считает. Буду очень рад. Ну а если вы напишите в комментариях, что вы на стороне Вики, то я выгоню вас из моего канала. Вот. Смотрите мне. Не вздумайте писать, что вы за Вику. Вот, хотел ей сказать, что там только сердечками можно здоровье свое пополнять. Но она хохочет там. Но она начала говорить. Обоснуй свой ответ. Почему ты так считаешь, скажи. Тьфу! Ишь ты! Обоснуй. Ничего себе. Тоже мне. Вот, ну и в общем мы пообедали, Вика с папой уехали. Я остался один делать уроки. Делал все уроки. Насчет учебника папа сказал, что он не нашел его во всех магазинах, но он его заказал. И он только завтра придет. Ну, не утром, а днем, наверное. Вот. И поэтому папа мне сказал, чтобы я сказал Надежде Николаевне, учительнице, что... Чтобы я ей сказал вот это вот. Да, и он сказал, чтобы я сказал учительнице, что я только на следующий урок. Ну, вернее, после следующий урок принесу учебник. Еще спросил меня, может еще и тетрадь. Но я сказал, что мы тетрадями там не пользуемся рабочими. Да, он там предложил мне тетрадь еще купить, заказать. Но я ему сказал, что мы рабочими тетрадями там не пользуемся. И поэтому вот так вот. Вот, ну я сделал все уроки. Да, и начал отдыхать. Потом приехал папа.
Мы поужинали. Вот. Вот. Ну и, в общем, как бы... Вот так вот. Потом приехал папа, мы поужинали, помылись и начали отдыхать. Потом мы с папой поотдыхали, и спать уже нужно было ложиться. Вот, ну... А потом... Когда мы спать ложились, папа меня спросил, кем папа мне задал, поставил задачу подумать, кем я хочу быть. Потому что в этом году мне 13 лет будет. Сказал, что 12 лет это еще ребенок. А 13 лет, это уже подросток. Ой, господи, надо этим еще размышлять и Дебилизм какой-то, согласитесь? Просто какой-то дебилизм, а не день. Вот. Ну а на сегодня у нас все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще на часовые. Всем пока.